А чё так, это за... если честно, я вот смотрю, вот эти жалобы. Это просто такие бомбические глаза. Островская, это София. Прям честно, я тебе... Что я такое? Тебе... А ты дротишь на её голосок? Блин, откуда у тебя такой голосок чёткий прям? Парень. Сколько тебе лет? Прекращай. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Мне 54 года, я пожила... Да не... Да не, Ева, давай отойди. Ламберт, блядь, да. Пойдём поговорим. Можешь мне позвонить? Поехали, позвони. О, здесь какой-то... Да. Что, на меня наручники 4,5 жетон надел, блядь. Вот человек перезайдёт, если он перезайдёт, то он будет наказан. Да, да, я согласен, я согласен. 244, сними наручники, можешь? Да. Можешь? Мне нужно рабочий день начать. А, отойди, скажи, чтобы все отошли. Дайте, пожалуйста, скажи, чтобы все отошли. Отойдите от человека. А кто на тебя одел, взял? 405-й жетон, брат, я только подошел, взял, одел на меня в гражданке. Чёрный вот этот маски, который? Черно-клеточная рубашка. Шеди, ну, смотри, маски, короче, Шеди, слушай. А я не вижу, он сейчас да. Маски нет. Из-за того, помолчите. Что он сел, из-за того, что он в наручниках сел в машину, его сейчас в данный момент какой-то офицер тащит. И мы, типа, я не могу его сейчас... А где 59-й тащит его? Я не могу его сейчас. А, его 59-й тащит? Да, 59-й. А не 59-й. Вы кто вообще? 59-й, отпусти его. Отпустите его. Я сейчас перезайду, сыщите, да? По беспределу всех подряд задерживаешь? Почему у девушки красная? Красная айти, почему у девушки? Не понял. А это админ. Я посмотрю, у тебя глаза такие же, как у меня под накурой. Один в один просто. Вот сейчас, девочка, сколько тебе... Свалил. Сколько тебе? Опасная масса. Полос, сколько тебе там? 54 годика. Нет, пока не пришли. Ева, ты что? Да, это она. Ева. Короче, у меня. А чё ты не на работе, Ева? Я просто устал её коптить. Ева. Габира, может, оргию? Меня слышно, нет? Чё ты не на работе? У тебя какие-то аномалии, Макс. Ева такая, знаешь, на ПКМе стоит такая, с ревиком. Бах, и дует такую в стенку и убивает чел. Супер АИМ пошел. Ты не жмешь. Ты думал, меня с кем-то путаешь? 18-9, пожалуйста, не трогайте меня. Так я мусора не слышу. Ты жалко? Ага, это получается. О, там и туса. Это, по-моему, по беспределу было сейчас. Завали ебало, хуесос ты ебаный, блядь, мразь, нахуй. Я тебе сказал, съебался отсюда, это животное. Это ты сейчас со мной разговариваешь? Это я тебе, блядь, сейчас говорю, блядь, чертило. Опа, это уже нормально говорит, мне кажется. Нормально! Бафлёр, блядь, ты как разговариваешь, чушок, блядь? Как ты разговариваешь? Нормально! Как хочешь, ты будешь разговаривать со своими друзьями, понял, да, блядь? Фаршмак, блядь. Ты сейчас точно закрой ебало. Вот я об этом не вытащу. Вы слышите или нет, как он разговаривает? Да завали ебало, нахуй. Блять, нам поебать на тебя. Я обстрелять начал. Да, согласен. Да. Все, завали ебало, ты сам сюда пришел, блять, еще чуть-чуть возникаешь. Завали нахуй ебало и наблюдай молча. Да, не кин духа, откиса. По факту нахуй разнесли его, блять. Это правильно. По факту, блять, вы, блять, как все, завали, блять, свое. Если, блять, я тебе нахуй сейчас намордник куплю, собака ты ебаная. Не нахуй отсюда, ты тоже, блять, халатик. Давай пиздуй нахуй отсюда, я чпочник, блять. Обратите внимание на трапа. Эй, Уцик, давай гуляй. Ты что, забайтить хочешь или дура? Это хочешь, я же. Ты еще давай, блядь, слышишь, блядь? Одна собака загавкала, вторая, блядь, присоединилась. Валите нахуй, балла оба, блядь, съебитесь. Так, ебучий. Ребята, да завалите уже, реально, я говорю. Так, неправильно. Только из этого вырубатку выйду, как собирашку. Это вообще не вариант. Ходит, блядь, доёбываться до агента, блядь, и потом еще вопрос задаёт. Мочалка, сука, рот свою закрой нахуй. Представители закона появились здесь во флёре, блядь. Ебало закрыл, я тебе сказал, хуй. Не нахуй отсюда, чёрт. Съебался, блядь.